Ночная спецоперация по спасению. Полиция вскрыла замки и нашла в съемной квартире беременную 35-летнюю Олесю Косареву. Она пропала еще 1 октября. О случившемся тогда заявил ее гражданский муж. Женщина была на 5-м месяце. Все, все хорошо. Я просто беременна еще. Мы все знаем, все хорошо, все хорошо, не переживай. Все замечательно. Сейчас приедет скорая, поедешь в больницу, родители тоже твои подъедут, туда все будет хорошо. Не надо в больницу, я хочу к родителям. Поедешь к родителям, значит, все хорошо. Олеся Косарева пропала из дома, где жила с мужем под Гатчиной. В квартале от этого места нашли ее машину. Позже родителям женщины пришло сообщение с требованием выкупа в 10 миллионов рублей. Полицейские передали матери похищенной куклу и стали следить за тем, кто придет ее забирать. Сложность операции заключалась в том, что навстречу мог приехать не сам преступник, а лишь курьер-посредник. Его задержание ставило под угрозу жизнь потерпевшей. После передачи денежных средств в результате наружного наблюдения полицейские убедились, что навстречу приехал сам злоумышленник, и задержали его. Похитителем оказался 51-летний Ришат Ахметов из Татарстана. Он утверждает, что решился на преступление из-за долга гражданского мужа Олеси. По его версии, супруг женщины нанимал его год назад как риэлтора за вознаграждение в 50 тысяч рублей, но так и не заплатил. Через год Ришат решил, видимо, что долг может вернуть с процентами и увеличил сумму в 200 раз. А чтобы уж точно отдал, решился на похищение. Олеся рассказала, что мужчина в квартире, где удерживал ее, не жил, а только иногда приходил. Раздевал ее догола и шантажировал обнаженными фотографиями. Сейчас здоровью девушки и ее будущего ребенка ничего не угрожает.